Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем строить мосты в Bridge Constructor Portal. Вот, у нас, смотрите, три уровня остались. Я думаю, что за эту серию мы с вами справимся. Ну, точнее, я справлюсь, проходя эти три уровня, а вы справитесь, просмотрев данную серию. Вот, поехали. Это их вина, уровень называется. Я не знаю, чья вина, какая вина. Сейчас мы, наверное, все это дело узнаем. 28 уровень, вот. Из 60. Так. Ничего нам тут не сказали, хотя, как всегда, уменьшил микрофон. Так, а чё это тут это? Понастроено все, ну-ка, ехать. А, все ясно, надо просто это самое. А чё тут взять, короче, вот так вот, вот так. Ага, дальше тут не строится, понятно. Короче, тогда вот так. Сейчас мы тут это все настроим. Вот так. Вот так. Вот здесь, значит, вот так вот сделаем. Вот так. Вот это вот пониже. Вот, почти что у нас тут пентаграмма получилась, но мы тут пентаграммы не делаем. Вот. Так, так. Вот так. Смотрим. А, тут же вот сейчас будет это самое. Подождите. Так, ну вот здесь вот теперь можно сделать вот, вот так вот. Вот так вот. Так, здесь треугольнички надо строить. Как бы я пока что не понимаю, зачем тут на порталы понастроено. С одной стороны, казалось бы, они тут вроде как по логике нужны. С другой стороны, может быть, они тут и не нужны. Может быть, их поставили специально, чтобы тут это самое. Нас с толку сбить. Вот этот я не знаю, зачем я строю. Это типа нагромождение же. Правильно? Ну, типа того, да? Тогда вот это вот все убираем. Вот так вот. Так, да, подождите. А что тут можно сделать? Вот так. Ну, чтобы тут это самое.
Да, не падало ничего никуда. Допустим. О, держится. Ну-ка, поедем теперь. То есть это не помогает. Это не помогает. Все фигня. Давай по новой. Вот это я тоже удалю, потому что можно удалить. Собственно, вот эта фигня, которую я только что удалил, это уже, ну, было построенным. Значит, нам нужно как-то... преодолеть... Да. А как я это сделаю? Может быть, мне тут надо стеночку сделать? Вот как-нибудь вот здесь. Да. Сейчас я сделаю какую-нибудь устойчивую, на мой взгляд. Конструкцию. Вот как-то так. Да. Ну-ка. Тихо. Да, но тут это самое. Может быть, вот так? Ну, почти. Ой-ой. Хотя чё я это самое? Подождите. Чё я туплю? Чё я мудрю? Это нам пока не надо. Допустим, вот так. Допустим, вот так вот еще нам сделать надо. Так, вот это вот мы поднимаем. Вот это тоже. И здесь делаем вот... Нет, ничего не делаем, да? Вот так. Допустим, вот так.
например. Я думаю, что вот так вот будет получше, да? И вот здесь вот, вот так, вот так, вот так, вот так. Дотянешься? Нет, не дотянешься. Так, ты у нас устойчивый? Устойчивый. Тут что-то должно быть, должно что-то упасть, да? Да? Нам, короче, вот эту вот машину надо... Да, вот так вот. Она падает сюда и едет вот так вот, нажимает на кнопку. Вот здесь вот вываливается, да? Так, сейчас мы попробуем... Сейчас будем смотреть, что у нас тут будет происходить. Так, финт ушами сделан. Отлично. Теперь вот здесь вот надо что-то... построить. Наверное, нам вот сюда надо. Вот в этот фиолетовый портал. Все довести, да? Вот так вот, например, сделаем. Так, и вот так. Вот так. Например. Так, вот здесь вот надо еще, наверное... Вот так вот сделать. Допустим. Так, вот это все устойчиво. Хорошо, едем. А, хорошо, только теперь надо вот здесь вот как что-то достроить. А, вот так вот, например. Да, я вот все правильно вначале строил. О, кошмар какой, да? Вот, но я-то почему-то, знаете, думал, что вот отсюда вот он вот так вот допрыгнет. Но нет, не получилось.
Так, вот здесь вот сделаем как-нибудь вот так. Вот так. Вот так. Вот так еще хочу. И вот так еще хочу. Ну, вроде оно стоит. Так, отлично. Офигеть. А вот интересно, что будет с колонной тогда? Мне кажется, что тут все нафиг поломается с колонной, все мосты. Особенно вот эта вот часть. Вот здесь это опасно, смотрите. Ой-ой-ой. Ладно, давайте еще раз посмотрим, как тут все едет. Да, колонна проехала только наполовину. Собственно, как я и предполагал, вот в начале уровня вот здесь вот фигня была построена. Это вот как некоторая дезориентация получается. Далее. 29 уровень, как он тут будет называться? Прыгай, прыгай. Так, никакого инструктажа нам тут не скажут. А что у нас тут? Ясно. Короче, о, тут же синяя вот эта штука. И тут разгон идет. Так, нам сначала тут надо что сделать? Вот такую дорожку, да? Вот, и ее надо... укрепить. Вот, отлично. Все палки соединяются у нас. Ну-ка, смотрим. О! Я понял, почти долетела. Точила наша. Так вот, я думаю, будет устойчиво. Я надеюсь. Пробуем. Так, ну-ка. Отлично, вот ускорение идет. Ага, знаешь, тут по, вот здесь вот. Как мне кажется, нужно что сделать? Трамплин пораньше сделать, как мне кажется.
Так, не падает конструкция. Хорошо, поехали. Погнали. Долетишь? Долетела, смотри. Кверх тормашками там в трубе. Смотрите, тогда тут получается... Остальные тоже могут так же. Последняя не долетела, блин. Так, может быть тогда вот здесь вот... Как-нибудь вот так-нибудь. Смотрим. Я надеюсь, что теперь вот эта вот штука, она устойчивее будет. Нормально. Последний влетел, вы видели как? Ну не так сложно, как казалось бы. Ух ты, 30 уровень. 30 уровень это последний. Последний уровень тут, после которого мы пойдем на повышение. Вот, и смотрите, если пройдем этот уровень, у нас будет половина игры пройдена. Неплохо, неплохо. Итак, 30 уровень под названием Авиашоу. Да, ничего нам не скажут. Здесь. О, тут что-то какая-то сложная. Лев, вы посмотрите, сколько тут этих. Так, а у вас тут сколько? 12 штук. Я боюсь, что я тут буду париться. Ну, ладно. Это же все-таки головоломка. Будем ломать голову. Так. Здесь вот самое главное. У нас тут... Вот здесь вот давайте с самого легкого начнем. Мы тут возьмем и что сделаем? Построим. Так, вот это вот надо, можно даже поменьше сделать. Дороги. Вот так вот, например. И вот это вот так вот. Вот это вот у нас будет, короче, две дороги, которые мы сейчас будем закреплять. Так, здесь делаем вот так. Вот так. Дайте поближе чуть-чуть сделаю. Я не помню, когда я приближал. Вот, ну. Вот так вот, чтобы близко все делал. Ладно, окей, вот так вот. Сделаем. Так, здесь мы все сделали. Теперь надо вот здесь вот как-то все укрепить. Я, конечно, немножко на бум делаю.
Вот, но, ну, чисто на интуицию рассчитываю свою. Вот, и я надеюсь, что у меня тут все будет как надо. Вот так. Вот здесь вот надо вот так вот закрепить. Тест. Вроде стоит. Так, вот теперь вот здесь вот. А теперь вот здесь. То есть один вылетает из желтого, другой из голубого, да, портала. То есть один летит вот так, другой летит вот так вот. И они летят ровно, да? Соответственно, их нужно немножко направлять. Как мне кажется, да? Поэтому сейчас мы... Ага, просто так не делается. Ладно. Сейчас мы тогда вот как-нибудь вот так вот сделаем. Раз. Два. Вот это вот мы удалим. Хорошо. Окей. Вот так. Вот так, например. Здесь у нас будет дорога. Покрытие, точнее. Вот так и вот так. Допустим. А здесь, соответственно, надо все это веревкой закрепить. Вот так, вот так, вот так. Все держим. Одной веревкой. Второй веревкой. Ну-ка. Нормально держится. Офигеть. Так, теперь нам как-то вот это вот надо вот здесь вот построить. По-моему, ну, чтобы долетело, как бы. Наши машины. Вот так. И, допустим, вот так вот сделаем. И все равно здесь надо, так чтобы было понятно, вот покрытие у нас будет. Так. Ну-ка, ты устойчивая? А, нет, тут же теперь надо этими самыми веревками держать. Я на всякий случай вообще все закреплю вот здесь вот. Я, правда, не знаю, зачем на вторую веревку я все закрепляю, но чтобы держалось, короче. Ну-ка. Вот эти две краснеют, ну ладно. Так, и вот здесь вот надо что-то сделать. То есть, если мы вот это вот направили, ну-ка. А вот теперь вот так вот держаться будешь, те будешь те.
Хорошо. Теперь вот здесь вот надо сейчас доделать вот так. Ну, допустим, вот так. И вот так. Так, это удаляем. Здесь дорога делается. Ой, я не знаю на самом деле. Это, конечно, все может быть и правильно, но почему-то мне кажется, что не очень. Теперь все это веревками надо держать. Так, и теперь вот здесь вот, вот так вот, на всякий случай, хотя мне вот чисто вот по ощущениям кажется, что вот эти веревки, они не нужны. Значит, так, вот это вот удаляем тогда. Вот это вот делаем поменьше. О, можно же вот так вот сделать. Ну, точно. Вот так вот сделаю, и все будет нормально. Вон держится, да? А, ну что ж, попробуем. Так, вроде все видно. Давайте. Ясно. Один не долетел, другой не заехал. А здесь, значит, повыше делаем. А вот здесь, значит, пониже и подлиннее вот так, да? Ух уж эти миллиметры. Ехать. Есть. Давай, давай, красный, выезжай. Так, хорошо. Ну-ка, ай. Ладно, на паузу. Не поставил, значит, вот здесь вот давайте вот так вот сделаем. Раз уж он не заезжает. Так вот, все видно. Смотрим. Вот они поехали. Вот они сюда заехали. Вот выехали сюда. Не, ну отлично, мы теперь. И. Ну что ж, на самом деле колонну я запускать не буду, потому что будет столпотворение и будет не очень хорошо, я считаю. Так что давайте, давайте далее. Нас должны вознаградить сейчас. Ну-ка, что нас нам принесут? О, радио.
та самая мелодия, короче. И камера тут пританцовывает. Великолепно, учитывая ваши огромные заслуги, мы рады присвоить вам новое звание. Малозначительный плюс. Слушайте, я тут сейчас попробую вот это вот дело записать на заставочку в конце. Которая будет уже в следующих сериях, да, у нас? Окей, списал я, на самом деле, лишнее все обрежу. И как раз посмотрим, что как у нас Друголёк будет сидеть в конце. Просто мне вот это очень нравится, как они тут танцуют. Теперь у вас появятся новые обязанности, связанные с транспортировкой кофе. Кроме того, вы примете участие в дополнительном тестировании. Нифига себе. Так, тихо. Никаких сейчас это самое уровней. Я вот посмотрел, забыл сразу все. Ну-ка. Да, он теперь тут сидит с радио никак не включает его. Ну и ладно, я-то думал, тут это самое... будет что-то такое веселенькое. Ну ладно, собственно, вот такие вот дела. Столько вот мостов понастроили. Целых 3 уровня. Вот, и у нас повышение получилось. Короче, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Это была игра Bridge Constructor Portal, с вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и всем пока.